Всем привет! Переписываясь сегодня с одним из своих подписчиков, мы подняли тему бетодержателей. И в этом видео я хочу рассказать о своих предпочтениях. Бетодержатели существуют трех типов. С механическим креплением биты. С магнитным креплением биты. И с комбинированным, где биту держит и магнит, и стопорное кольцо. Вот его хорошо видно в конце гильзы. Такое комбинированное крепление хорошо удерживает биту, но для того, чтобы ее достать, часто приходится брать плоскогубцы. Если интенсивно работаешь и на бите скапливаются металлические опилки, то для того, чтобы ее очистить, вынимать из такого держателя довольно сложно. В этом случае я использую вот такой вот механический держатель. Это держатель старого образца, но тем не менее у него магнит, ну, так сказать, среднего качества и довольно мощная пружина. На более современных образцах механическое крепление сделано уже наоборот. Здесь для того, чтобы достать биту, кольцо нужно двигать не вниз, а вверх. Кроме того, бита здесь подпружинена и имеет хороший магнит. Это держатель фирмы Neo. У него есть еще одна приятная опция. У него вращается втулка. То есть, когда его вращаешь шуруповертом, его можно держать за втулку и свободно вращать. Кроме того, магнит у него тоже довольно-таки хорошего качества. Следующий момент. Вот у меня есть два держателя. Один безродный, второй немецкой фирмы USH. Безродный держатель держит шуруп, ну так, весьма посредственно. Бывает и похуже. Например, этот не держит вообще, хотя имеет магнит, потому как бита примагничивается. Держатель же фирмы USH не только держит шуруп. Скажем, шуруп, надетый на биту, стряхнуть почти невозможно. Он держит даже свой собственный вес. А вес не маленький, учитывая, что этот держатель 15 сантиметров. А вот еще один набор фирмы Bosch. Этот набор шел с моим шуруповертом синей серии. И казалось бы, к шуруповерту такого класса и держатель должен быть аналогичного класса. Но, к сожалению, здесь Bosch не оправдал надежды. Этот держатель совершенно не держит шуруп. Биту еще кое-как примагничивает. А вот шуруп удерживать совсем не хочет. Вот такая вот рекламация Bosch. Еще расскажу о двух интересных держателях. Один держатель с подвижным цилиндром, с подвижной втулкой, предназначен для шурупов под прямой шлиц. Бита с прямым шлицом не позиционирует шуруп, и он сдвигается в сторону. Когда этот шуруп заворачивает шуруповертом, он норовит спрыгнуть. В этой ситуации просто сдвигается втулка вперед, и шуруп находится внутри. По мере того, как он заворачивается, втулка сдвигается по корпусу. А вот этот держатель имеет съемный магнит, находящийся в резиновой втулке. Причем этот магнит держит шляпу шурупа довольно прочно. Но такой держатель используется только со своей оригинальной битой, с проточкой, потому как с прямой биты он слезает. Но этот держатель позволяет сделать обычную биту магнитной, а поменял полярность не магнитной и снова магнитной. Вот такие вот у меня держатели. В описании я дам название фирм, дам артикулы,
Ну, для того, чтобы можно было купить действительно оригинал. На этом на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. И до встречи в следующих видео. Всем пока!